Россия, вы можете мне объяснить, что это такое? Вот просто объясните мне, что это такое. Вот объясните мне, что вот это такое. Это называется школьный что, обед? Это вот у меня вот коты так блюют. Вот то, что тут в тарелке, это кошачья блевотина. Я вам наберу, вот видите, school cafeteria. This is an actual high school cafeteria in Texas. It has a Subway, Pizza Hut. Вы представляете, вот эта вот кафетерия в школе находится? В школе. And many other restaurants. Посмотрите, видите, кстати, мужчина был на инвалидном кресле. Вот девочка в школе пришла в кафетерию. Российские дети, вас Путин обманывает, что у вас самое лучшее детство, самое лучшее образование, самые лучшие кафетерии. Уже аппетит прям тут же пробудился. Ну, короче, вы поняли, Россия, да? Поняли? Поняли, россияне? Напишите, что вы поняли.